Представляем вам слова победителя после боя. Сам бой ты сможешь посмотреть на сайте ESA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. Джихад, несколько слов после этого поединка. Единственная вещь, о которой я сожалею, что здесь нет зрителей, которые бы оценили твой невероятный нокаут, который ты делаешь уже во второй раз. Скажи, как у тебя это получается? Во-первых, у зрителя есть шанс пересмотреть этот бой. Ассаламу алейкум, приветствую Сочи. Спасибо всем, кто болел за нас, переживает. Ваш вопрос можете повторить. Как у тебя получается делать этот фантастический нокаут уже во второй раз? Расскажи, пожалуйста. Честно говоря, план на нокаут был другой, но получилось так. На тренировку отрабатываем. Тренеры работают на нас, над нами. Спасибо им тоже большое. Показалось сперва, что ты очень спокойно, даже вальяжно, как будто только что проснулся, начал этот поединок. Это была твоя задумка, усыпить бдительность? Если честно, у меня на этот бой вообще мотивации не было. На другого соперника готовился очень долгое время. Вот так. Ну и напоследок несколько слов тем, кого ты бы хотел поблагодарить. Спасибо большое организаторам, главе нашей республики за поддержку. Абузайдову Исмурадову, Майрбеку Хасиеву. Эти люди нам очень помогают. И без спорта не знаю, что бы мы делали. Иншаллах, всего, чтобы всегда у нее было хорошо. Ахмад Сила. По-братски не поленись. Лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Остальные бои по ссылке в описании. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ESA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании.